Приветствую вас. Работать с этим, как вы говорите, конечно, можно. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы с этим работать. То есть, ну, хотите ли вы на самом деле с этим работать, или это больше у вас именно такое вот рэкетное позиционирование, потому что если человек ведет себя так, я имею в виду, если он будучи там под алкоголем, да, пристает к другим женщинам, то это значит лишь то, что ему чего-то не хватает. И если ему чего-то не хватает, то вне всякого сомнения нужно постараться определить, что ему не хватает. Потому что не хватает ему чего-то именно в отношениях с вами, что он поставил другим. Вот. То есть первая задача, которая стоит, это гармонизировать отношения. Ваши отношения. Гармонизировать их. То есть посмотреть, в чем нуждается человек, и постараться ему это дать. Вот. Ну, конечно, при условии, если вы этого хотите. Да? То есть, понятно, что если вы этого не хотите, или если вы считаете, что там, ну, не знаю, если вы считаете, что не должны ничего делать для того, чтобы понять, что человеку нужно и так далее, вот, то это, конечно, уже немножко другой момент, другой аспект и другая сторона. Вот. Но если вы хотите именно, что в этой ситуации разобраться, то нужно отношения в первую очередь стараться именно что гармонизировать. Без этого не получится что-либо. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что очевидно совершенно, что вас эта ситуация чем-то задевает. Именно вас она задевает чем-то. И, соответственно, нужно здесь посмотреть и определить, чем конкретно вас эта ситуация задевает. Я не говорю сейчас
сейчас о том, что ситуация вас задевать не должна. Я не пытаюсь это сказать. Я пытаюсь всего лишь сказать, что для того, чтобы вести себя максимально корректно, максимально адекватно, максимально выдержано, чтобы решить проблематику, связанную с вами и мужчиной вашим, да, вот, вашим мужем. Как раз таки необходимо, чтобы вас эта ситуация не задевала, чтобы вы более-менее могли адекватно на нее реагировать, чтобы вы могли более-менее адекватно себя вести, чтобы вы могли значит, быть собой, быть естественной, вот, по возможности, конечно, вот, и не позволять эмоциям брать над вами вверх. Хотя я понимаю, что не всегда это, мягко говоря, легко. Но стараться как-то, стараться, как мне кажется, это сделать вполне себе мой. Дальше. Следующий очень важный момент заключается в том, хочет ли сам человек что-то менять. Хочет ли сам мужчина что-то с этим делать? И нет ли у вашего мужа проблемы с алкоголем? Потому что если, например, он достаточно часто выпивает, если он достаточно часто пьет, то проблема может быть именно в том, что он подвержен алкогольному воздействию алкоголя, а не насчет тем, что пристает вот к другим женщинам. Можно и нужно данную проблему решать, но важно делать это так, чтобы не задевались его чувства, я имею в виду чувства мужчины. Вот. И чтобы не задевались также и ваши чувства. Вполне вероятно, что когда когда вы начинали встречаться, вот, ваши отношения было что-то такое, что в чем, ну, что ваш муж уверен, что вы не примете. Вот. Ну, просто вот не примите, да, и всё. Вот, он был уверен, и может быть уверен до сих пор, что вы не примете это об нем, что мотивирует его это себе как-то стараться подавлять, вот, а когда он выпьет, то, соответственно, это, ну, снова о себе дает знать, вот, и как бы, ну, позиция здесь, она достаточно такая, достаточно понятно.
Хотя и, безусловно, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, по моему мнению, достаточно грустная, печальная, потому что не очень это хорошо, когда близкие люди что-то скрывают. Вот. Вы не сможете обращать на потребности и проблемы своего мужа внимание до тех пор, пока не разберетесь с собой. То есть вот до тех пор, пока не рассмотрите свою проблему. То есть, смотрите. Некоторые сложности, да, некоторые сложности есть у вашего мужа. Но за помощью обращаетесь вы. То есть вы как бы просите за мужа. Но как бы это сразу вот в какой-то степени вызывает вопросы. Потому что хочет ли муж что-то делать, да? И нет ли здесь такого, что вы, к примеру, его там, допустим, пытаетесь заставить, например, да? Нет ли такого, что вы пытаетесь человека заставить? Я, конечно, надеюсь, что нет, но если да, если вы пытаетесь все же его заставить, то лучше было бы вам все-таки немножечко повременить с этим. Мне кажется, что так вы можете человека только лишь настроить против себя, и ничего хорошего из этого не получится. Вот. Не скрою, что немножко много подозрительно выглядит то, что вы позиционируете свой вопрос, как можно ли с этим работать. Все-таки это человек, да, и, конечно, работать можно и нужно, да, но на мой взгляд, ну, от ваших, образно говоря, от вас это вот звучит несколько обесценивающе, да, да, как будто вы несколько, ну, может быть, злитесь, да, может быть, недовольны, может быть, там, не знаю, считаете, что муж вас как-то там обманывает или вот что-то вроде того. Хотя я уверен, что это не обязательно. Так, это не обязательно правда. Вот. А вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. То, что я мог бы вам ответить. Именно вот с точки зрения психологии. Если вашему мужу, если кажется, что это проблема, да, то можно помочь ему эту проблему решить. Вот. Но если он этого не хочет, если он не хочет решать эту проблему, то вы его не заставите. Вот. А также, поскольку здесь
имеет место быть алкоголь, то я думаю, что обязательно нужно учитывать именно действие алкоголя. Вот. То есть не обязательно, что это связано только с тем, что он пристает к другим женщинам, да, и как бы, может быть, проблема она, ну, не в этом, как бы, вот. А может быть, проблема несколько глубже, в том, что человек употребляет алкоголь, вот, а уже, соответственно, представление к женщинам, да, это следствие, как бы. Вот, ну, опять же, повторюсь, я могу ошибаться, вот, поэтому вам здесь имеет смысл ситуацию несколько поисследовать, да, более, ну, более подробно, вот. И тогда уже, вероятно, будет что-то понятно. Вот. А сейчас пока что это выглядит, ну вот, несколько двоечников. Я бы так сказал. Да? Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что это вам было полезным. Я надеюсь, что это было вам интересно. Я надеюсь, что вы извлечете что-то для себя. Ну, вот. Я надеюсь, что вы подумаете, надеюсь, что дал вам пишет размышлений. Вот. А основная идея заключается в том, что есть две проблемы представления к женщинам и алкоголь. Это могут быть проблемы, связанные между собой, а могут быть и нет. Вот. Поэтому не все так однозначно, и с выводами лучше не спешить. Я понимаю, что вам неприятно. Я понимаю, что вас это может быть задевает. И если вы хотите как бы, ну, оставаться с мужем, да, если вы хотите продолжать с ним быть вместе, вот, то вам нужно разобраться в себе, чтобы на вас это не влияло. В противном случае вы не сможете никак с ним взаимодействовать. Вот. Ну и узнайте его мнение, узнайте его точку зрения, его позицию по данному вопросу. А может быть, он и не хочет особо ничего менять. Тогда нам придется либо смириться с этим, либо уйти. Ну, если вы не можете или там не хотите принимать вот ту реальность, в которую человек поставил себя и, грубо говоря, вас. Вот. Я не считаю, что вы должны это делать, вот, но как бы, тем не менее. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что могу вам ответить с точки зрения психологии. А на этом все. Я еще раз надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего доброго. Я вам желаю гармонии. Я желаю вам спокойствие, я желаю вам найти ответы на вопросы, решить ваши проблемы. Вот, обращайтесь за помощью, если она вам
понадобится, ну вот, мы с радостью вам поможем. Обращайтесь вместе с мужем, вот. Обращайтесь сами, пусть муж обращается, потому что в ряде случаев, он наилучшим, ну, наилучшим вариантом будет такой, что вы и муж друг от друга отдельно, как бы, ну, работаете друг от друга отдельно, консультируетесь. Вот, тогда можно гарантировать и конфиденциальность, и какое-то спокойствие, уверенность и так далее. Может быть, даже у разных психологов, если такой вопрос тоже ставить, ну, кому-то это может быть нужно, для кого-то это тоже важно. Ну, так что поговорите со своим супругом, посмотрите, как он хотел бы, как он хочет решать проблему, да, вот, и, соответственно, если у него такое желание есть, то все поправимо, все исправимо. Но помните про один довольно важный момент, который я не хочу, чтобы вы забывали, да? Это момент, связанный с тем, что когда мы у человека что-то забираем, мы всегда должны что-то человеку дать. Если мы человеку не даем ничего, ничего, то у человека нет смысла, нет мотивации принимать тот факт, что мы у него что-то отнимаем. Вот. Имейте, пожалуйста, эту беду. Еще раз, удачи вам, всего самого доброго.